Словно былинный богатырь простирает руку над городом князь Александр Невский, обещая Санкт-Петербургу свою защиту. Уже больше трех веков святой является небесным покровителем города на Неве. Но памятник ему на площади перед Лаврой появился только в 2002 году. Молодой, но уже успешный полководец, идеальный герой, символ воинского и духовного служения Отечеству. Не случайно облачение князя отсылает нас к русской иконописи, к образу Георгия Победоносца. Валентин Казинюк изобразил благоверного князя в возрасте 19 лет. Считается, что столько было Александру Ярославичу, когда состоялась знаменитая Невская битва, давшая ему второе почетное имя. На постаменте из розового гранита два барельефа. На одном изображен поединок князя с предводителем шведского войска, на другом – перенесение мощей святого в Александро-Невский монастырь. В этот день, 12 сентября, ежегодно совершается общегородской крестный ход в честь одного из самых почитаемых русских святых.